С вами настоящий джентльмен. Я могу сказать, что у тебя хорошо получается проклинать соперникам. А что касается игры, ты многие не знаешь, что значит быть реальным профессиональным игроком. По факту. В общем, мы с ним сыграли вот такую раздачу. Типа я трибетнул десятки, и он заколил валет 6. Я подумал, что он пошел побеждать меня, и потом следующая раздача, я трибетнул уже на баттоне его и получил небольшого размера 4 бет. Ну и флопнул ТПТК, тут уже, понятно, деваться некуда. И в этой раздаче мы и замазались, но пока не критично. Это я уже не туда свернул прям. Такое не колется, только в замазке. А видите, замазка случилась внезапно. Это плохо прям. Я запушил именно потому, что против Квиншана, потому что он довольно лудово играет. Да блин, твою мать. Тяжела и неказиста жизнь Мишани покериста. Ой, он даже не полный стек, ё-моё. Я только сейчас понял. Ну, все равно, наверное, так выиграл. На вэлью. Да, давай раз. Сука! Не знаю, как с ним играть. Он каждый алын выигрывает. Просто, сука, каждый. Ну, как там с деньгами? Переапанный свин. О, привет! Так, ну что я могу сказать? Я уже в замазке. Просто же, если такой отрезок идет, то просто идешь всегда. Столько эквити, пиздец. ФД, что ли? Понятно, блин. Играем такое сейчас. Run it twice, давай. Да у них по 10 раз, блядь, закрывается ФД, только у меня стрит флэш-дро не доезжает ни разу. Ну это вот уже какие-то свои диапазоны. Да, блядь, ну вы что, гоните, что ли? Ну, так жить-то тогда. Логично. Ключевая раздача на сегодня. Понятно, идем в кассу. Ну, в такие отрезки не выигрывается ничего. Конечно, тузы, блядь, просто будут собирать бабки. Here we go again. Пристегиваемся. Сейчас мы выиграем 25 баксов. Изи просто, блядь, рид. Не надо давать мне надежду. Петь можно просто. Ай, блядь. Как он снэп-колит такое, это пиздец? Я простой человек. Может, наконец, в этот раз доедет у меня стрит флэш-дро. Как вы за***ь?
ебали меня уже, а! Ни разу, блядь, не доедал! Какая? Впрочем, ничего нового, блядь. Что-то хуй сделал, по-моему, да? Естественно. Напрасно. С другой стороны, не обязательно им раздавать тузы всегда. Ситуацию. А твоя карта какая? Ну пихают же, блядь, ну пихают, сука. Разобрал я вчерашнюю сессию, короче, там трэш я натворил, жесть. Не годится такое, конечно. Девять, семь, в трибете, трипс лопа, конечно. На нахуй, блядь! 9-7, блядь. Иди гуляй с таким. Даю уроки, мастер-класс, как переезжать на говне. Доезд 2%, обмазываю говном. Чищу кармы и чакры. Научу заходить в анал без мыла. Хотя бы с мылом давай, я не знаю, ну. 100% перевод, пиши, помогу. Заманчивое предложение, конечно. Я так давно и часто смотрю твои стримы, что и голос в моей семье стал уже родным. Очень приятно. Не так приятно, как этот талын, конечно. Ну, выкинь, чё. Сколько там троек-то в колоде? Анигири. Да ты чё вы всё колите, все мои блефы, естественно? Естественно. Он 4 бет поставил, 365. Какого хуя просто, блядь. Ну да, пошел я нахер. Наказан будешь? Что ты? Думал, не будешь наказан, заодно достаем. Nope. Очень жаль. Чувак в холодную залез под сквиз. Ну все уже, блядь. Король, отлично, кстати, сыграно, блядь. Просто супер. У меня стрит. И тут есть нюанс. Сколько? Придется побеждать. Туз 5 оф, да ёпрста, в кого я пихаю? Ты тогда же симпатичнее. Откажись, блять. Первый-то мы выиграем. А нет, смотри-ка. Грязь. Да хорош. Ну ладно, тогда чё, хуй, поехали. Шла пеханинка. Верните недобор, заебите. Ну и туз, да, сейчас сразу. А, ну ясно. Ну все может развернуться, но раздачи, сами понимаете. Столик у нас хороший. Мечтаем. Мечта сбывается и не сбывается. Верим, надеемся, ждем. Давай, Робин, будем пытаться со мной. Что происходит? Ой, снэп, что ты слышишь? One time, детки. Да? Как так-то? Что-то у меня в мозг залез, мне, конечно, своей игрой. Типа, он вроде бы играет агрессивно, но ситуации в этой у него, естественно, тузы оказываются. Да, против этого эквадорца просто по полной меня размотало. Все раздачи сверху, снизу и сбоку. Кулеры, подставы, плохая игра с моей стороны, все было. Давай, почисти карму, видишь, не работает у меня ничего. Не справляюсь без тебя, я только за. Вот, я сейчас это почистю, уберу. Я уже говорил, что у меня на него наблюдение такое, что он поливает слишком много. Ну, естественно, он в этой раздаче даму 10 там покажет, но наблюдение же есть.
Ну, кстати, одна была дама, да. Фига, а что, кто-то бэтбитов насрывал? Почему такой маленький джекпот? Да. Второй не выйдет. Антикарк. Ну, пару тысяч отмазали, хорошо. Спасибо. Не заходи, если что. Анвар мстить под Мишу докупается. Думает, ему задолжала вселенная, но не понимает, что просто это я его зилик. Ой, я тогда кубка только заставит его еще больше проиграть. Здравствуйте, ребята. Давно не виделись. Соскучился. Здорово, ребят. Ну чё, как дела? Ready? Steady? Go. Не очень понятный стол, вроде зеленым помечен тип, но стол не собирает. Это обычно плохое предзнаменование, но нас это не волнует. Мы здесь не чтобы кто-то там переживать. Здесь, чтобы разматывать. Да-да, давайте будем подсвечивать стрит на 4 флеш-доске. Красиво. Пятерка черви плохо. Восьмерка, там шестерка пики неплохо. И терн не овербайтится обычно вроде. Этот чувак еще и один камульт и таблет. Интересно.
Понятно, агрессивный, значит, да? Блин, ставка пришла. Не, я не пойду. Я не пойду на доставку. Ладно, сейчас схожу. Ставки — это, конечно, блин, минусовая хрень. Когда они во время сессии начинают приходить. Это, например, плохой трипэт. Здесь около дела. Сойти с ума от покера я ничего не принимаю. Я принимаю покер внутривенно каждый день. Вот это, конечно, блин, самый недоблифованный спот в истории покера просто. Давай. Доска не спасет нас от кулера, видимо, да? Обидно. Полден, да, я вчера мерз, вы забыли? По жести. Промерзал просто насквозь. Водичка еще опять. Здорово, говорю, доска. Самый недоблифованный спот в истории покера просто. Здесь просто как бы не то чтобы радостный блеф, но у нас рука неплохая для того, чтобы блефовать, мне кажется. Мы не блочим его, автопасов много очень. Поэтому сойдет. С тузами я что-то не знаю, подумал, что такой терн тяжело чекнуть с оверпарой. Но с тузами можно, на самом деле. Тузы — это та оверпара, с которой не сломать. Давайте с гатуном будем смотреть столы.
Тузы это тауэр пара, против с которой мы не боимся никаких там чекбэков. И оверкарт, потому что оверкарт нету к тузам. Ну, в целом, если я говорю вслух, типа, это самый недоблифованный спот в истории покера, то, наверное, имеет смысл оверфолдить иногда в этом споте. На чекпуш. А чекбэк надо было играть, скорее всего, просто. Просто нам не с чего вэлью собирать практически. Не знаю. Против него же тут чекрейс на флопе получаю, ну... Опять не самый радостный спот. Да уж. Еще и валит 10 блочим, блин. Еще проблема в том, что я только что ему стэк проиграл, он может подумать, а, он, наверное, тильтует. Давай-ка я его отобью здесь по 9-6 одномасно. Напомним ему об этом, да, чтобы ему было проще этот кол сделать. Десятка пик хорошо это, потому что 10-8 блочим, флеши блочим. То, что две десятки блочим валет 10, это не очень хорошо, но валет 10 вроде таким сайзом не должны особо ставить. Не знаю. Проблема основная в том, что только что стэком мы проиграли. Меня бы это сподвигло на кол здесь. Вот отыграли маленько с него обратно. Окей. Турнир решил не запускать сегодня в жопу. Надоело в них донатить просто на ровном месте каждый раз миллионы. Вы сами видели, что в них происходит регулярно. Туз дамов, в принципе, близко, не знаю, против него два кола сыграем. Семерка на флопе, естественно, даже не сомневался. По 20 чекбэк так часто должен ставиться здесь. 9-8, конечно, мутный спот. Заколь в холодную, мы посмотрим флоп тут. Че выкидывается вроде? Типа на 450 точно пас, 368 уже не так понятно, но выкинут. Эти руки цепляются реже, чем нам того хотелось бы, я думаю. Спасибо, удачная катка не помешает. Не, ну овербет за тем, чтобы туза еще выбить иногда. Мы же не только автофолды хотим получить. Три туза на два стола. И король вдогонку. Переедут, коль меня, лопну перепонку.
Забавно, мне кажется, здесь можно вылюбить крупным сайзом. Может, я немножко, конечно, поверил в себя уже. Но мне так показалось, что тут не удержится любой фулл хаус поставить сам. Ну, типа, от тусхай блев колы могут получить. Можно получить легко, потому что он не ожидает от нас таких вылюбетов 100%. Такая логика примерно. Здесь что-то дорогое. Король 5 красиво. Я себе hello cash thank you на красоту катает. Что там хоть было такое? Один стол с Гатуна. Сколько он столов-то играет? А, так, Гатуна заколил. А, ну, в принципе, ничего криминального. Типа, заколил 3-бет Гатуна с БББ. Hello Cash Thank You сыграл чек флопа. Это мне нравится. Потом поставил терн полпота и на ривере полпота. Ну, вот на ривере уже не уверен по даме. Без мастей по даме что-то как-то хз. Король 9, не знаю, близко. Йо, вайрал гейм какой-то еще тут интересный. Ох, по валету тяжко будет блефовать, конечно. Блин. Может, all-in надо ставить, я не знаю. Пип 47 это многовато. Попробуем здесь, у него реванш дать. Йо, вайрал, гейм 50-100, 25-50, блин, я тоже хочу поиграть в такую. Причем там 25-50 хедзап стол, 6 макс стол, 9 макс стол, интересно, что они придумали такое. Здесь я буду пушить, потому что фолдэквити должен быть больше, чем обычно. Если я зелененького трибетчу лузового, значит, он думает, что я лузовить трибетчу. Значит, он сам будет лузовить блеф 4-бетить. И даже в позиции... Ну, иногда можно, конечно, подколить здесь. И, типа, это может даже и плюсовий будет. Но, не знаю, непонятно. Я, честно говоря, даже не очень в курсе. Ой-ой-ой. Ну, блин. Проблема в том, что у нас тут часто аут съеден просто нахер. И чувак в холодную с ББ исполнил это дело, да? Что-то мне не нравится здесь колить. Со съеденным аутом. То есть у нас и так не фонтан эквити там против дам каких-нибудь. А если еще и... Без туза, без одного, который часто в блеф 4-бете будет замазан. Ну, ривер кол, наверное. Че колил он флоп на маленькую. Душно. Спасибо, хорошей игры не помешает.
Ну, сядь хороший кто-нибудь сюда. Да, блядь, Тимати, ты топ-рек сел просто самый. Почему Тимати, кстати, я не знаю. Т, он же просто Т. Очень хороший способ получить бан в чате, кстати, это прошайничать. Кинь $250 на банкрот, нихуя себе, просто 250, даже не 100, не 50, я не знаю. Все совесть потеряли. Еще парочек столов вытлистей сидим, хотелось бы, конечно, попасть за них. Пока не получается. 100-200 столик есть. Мы там вторые или третьи, я не знаю. Ну и да, конечно, типа под этого решили собрать стол. Типа сел Тед и Твеллер, один из самых сильных регов здесь. Ну давайте соберем стол. Звучит логично. Интересный флоп. Двойная дырка у нас. И за этим столом тоже двойная дырка, кстати. 65. Давай, рейс. Перебайтит эту доску нередко. Нам с 5-4-то любые фолды получать приятно. Ну, по такому терну по троечке надо чекать, наверное. Ну окей, может он не такой уж и фиш. Но все равно будем считать, что фиш. Где 108 здесь выпало. Ну может вообще никогда не 4 бет, но 98 для меня это красный флаг. Да, именно с этой рукой Анвар мне не 60, а 30 он слил. Ну да, забавно, действительно, это так. Это что, шахматы? Ну почти. Да, валет так себе карты. Давайте ему хотя бы пометим темно-зеленым светом, не знаю. Потому что он что-то явно какой-то не супер в шоу, типа катает еще 10 столов 1К помимо 1000. Эквадор. Любопытно, конечно. Проверим, что у него там по колам овербетов. Это раздача из разряда захотелось выиграть.
Ну, против зеленого ок, наверное. Типа, такой автоканбет, который деньги делает, дальше уже по карте играем. Может и не делает. 10 овербет платили. Хорошо. В нужный момент оплачивают. Тобиас, окей, Тобиас пусть будет. Кто, наверное, не одобрит, не знаю. Клим Слим, спасибо, подписчику 32 месяца. Это, кстати, степень двойки. Клим Слим переподписался 32 раз. 32 раз, спасибо. Ну, мне уже 140 платят. Сколько еще? 15-18 минут. Ну-ка, а какие мы еще можем призы получить? 108 сдают через 60 очков. Лукас Ланда не играет вроде. Через 150 очков уже 250 дают, забавно. Это можно было бы и побольше заработать, если бы я чуть поменьше игрой занимался в начале сессии. Напоминаю, что у нас в Телеграме идет розыгрыш $300. Кому интересно. Залетайте. Это 100% почти 4 бета, если нас потребовать. Ну, против этого кол. Мне пришла зарядка, кстати, на второй мой светильник. Теперь у меня подсвечена эта часть лица более-менее. Можно ее чуть послабее сделать. Такого. Заценили, какая иконка сегодня у стрима на YouTube? Еще хочу випку одну хотя бы, давайте уже. Там я в двух вейтлистах не так далеко стою, но... Чего-то не дают мне. Присесть на бутылочку. Мои оппоненты, я думаю, заходят посмотреть какие-то руки. Ну так, чтобы целиком вряд ли они смотрят. Работать надо. А не стримы смотреть. Кстати, могу сделать сейчас, смотрите, всякую такую вот приколюху. У!
на звук, чтобы реагировало, можно сделать. Раз, два, три, четыре. Это типа камин. Блин, этого, конечно... Блин, ну ладно, не буду даже показывать. Хочется его уебать, но он там тузов одних требует. Будем играть дисциплинированно. Это эмуляция телевизора, типа, по-разному светит. Гроза. Я, конечно, не буду так это оставлять. Потому что можно свихнуться тогда. Сейчас показываю вам. Кубок, конечно, очень плохо виден на стриме. Кстати, сегодня самая главная игра у нас сезона. Вечером я решил не делать стрим, потому что это слишком геморройно. Ну, типа, это может ухудшить как-то результаты, этого сильно не хочется. Наверняка еще со стримом будут проблемы всякие. Рандомайзер бесплатный был пока, но они бету закончили, я не знаю, может быть, скоро деньги начнут за него брать. Run at once, респект, кстати, блин. А, ну, кстати, нормально, он удвоится. Мы как раз хотим, чтобы он удвоился. Потому что шорт за столом — это большим стеком невыгодно. Я участвую, конечно, в розыгрыше $300. Еще бы. Думаете, мне не хочется сэкономить соточку? Сэкономить соточку — это то, что я люблю прям. Куда залетать в телегу? Это квест, который надо пройти вам самостоятельно как-то. Иначе... выиграть деньги не получится. Спасибо. Только-только отмазали на Нинга проигрыш десятками тузам. Что в минусе пока идем. Спасибо за рейд. 3 and rank 3. Плюс 25. Thank you for the raid, mate. Welcome everyone. We're playing some high-stakes cash games here.
Когти орла открою. На сетап у меня много денег влит. На один свет 1300 мне обошелся. Микрофон еще соточка. По стойке, если считать вместе. Ну тут он лидить терн начал, то есть это похоже, конечно, на флэш. У меня блокер, я не могу выкинуть, но и рейдить тоже мне нет смысла. Это типа такую линию не доблифуют часто люди очень. Так что здесь поехали дорого, да? И даже не переедут, смотри-ка. Ну и грязь. Наигрался шортстэк. Чисто на выстрел залетел, да? Я его только что обыграл тустриов, 4 бетнув в хедзапе. Так что он может тут делов натворить, по идее. Ой, какой флоп интересный. Да, натворил делов, блядь. Грязненько. Еще и в дипах опять. Ну что мне так пихают-то, ё-моё. Еще префлоп не запихал против чувака, который только что его тустрёв 4 бета. Грязь просто. Одна сплошная грязь. Что я там хотел увидеть? Ну, не знаю, ФДшку хотел увидеть. Так-то да, по-хорошему, я немного чего хорошего увижу с десятками, если ты про эту раздачу. Не знаю, откуда у меня эта линия в голове взялась. Явно неправильная. Еще и наигрался, видимо. Но он с других столов ушел. Так что, видимо, да, випочки у нас
наработались. Жалко, жалко. В принципе, что делать-то? 55 минут. Толики разваливаются. Он что, гриндил, что ли, лидерборд? Ну-ка, дайте гляну. То есть он ровно ушел во время конца лидерборда. Это прям забавно. А, да, он на третьем месте в лидерборде, прикол. Вот вам и зелененький. Мало того, что 5К размотал еще и. В лидерборде 600 баксов вынес. Тут пока Райза не получили, вроде можем спокойно себе позволить. Агрессию продолжать. Living Turkey now since using the play form and also because of special operation. Yes, I live in Turkey now because of war and my intolerance to that shit happening. Не захотел алын здесь ставить полярненько, но может быть это ошибка, кстати. Может быть и нет. Так, ну что, мы успеем еще на место подняться? Сколько там осталось? 2 минуты. До следующего места 28 очков и 30 баксов. Надо попробовать за 2 минуты. 28 очков, наверное, не набрать даже с учетом. Я не знаю, Авмахе нужно реже, чаще блефовать, я без понятия. Я в нее сыграл 1.5 раздачи за всю карьеру. У тебя 366 тысяч на балансе? Реально, нет, это фотошоп. Ты че? Откуда такие деньги у меня? О, нифига, я угадал здесь, хорошо закоил. Наконец-то он. Не, давай один раз, чувак. Я в тебя верю. Ты сможешь, видишь? Никаких проблем вообще.
Так и живем. Да. Ну что, уже минус 2,5 на 1К. Грустненько. Все, лидерборд закончился, кстати. Не успели мы набить. 17 очков не хватило. Забавно, это все, весь минус вот за этим столом просто. Чисто этому чуваку отдались. Довольно несправедливая херня. Давайте уйдем тогда. Три макса фреговских. Лидерборд закончился. Что там делать? Проигрывать? One stream in English per week is gonna be too hard for me, sorry. I'm not gonna be doing that in the nearest future. Отличный терн. Максимальный лимит, какой готов у тебя, да? Ну, 40к, наверное, сейчас максимальный лимит. Просто там же еще по удвоению лимиты идут. 40к уже совсем дорого. От бекера я вообще не готов играть, не вижу смысла в этом. Ну, то есть, вижу, конечно, но редко будет какой-то смысл в этом. Нормальный кол. Не справился на 1.5 блайнда выкинуть. Картинка из нейросети на превью стрима. Я сейчас этим развлекаюсь. Думаю, если не лень будет, буду каждый раз такую делать. Новую, а то у нас все время одинаковые, так неинтересно. Это моя фотка, сгруженная в нейросеть и с определенным запросом. $2500 минуса на 1К. Випки даже в плюсе закончили, что ли? Не верится. Ну, плюс 200 там, типа. Я просто думал, что в минусе. Вот. Наказали за отмену Run Twice, да. Но это дефолт. И за лейтом просто, не знаю, это плохо, скорее всего. Но надо прощупать, что за чувачок. Вдруг он... хороший. Китайский покер, ну, пару партий сыграл, вообще не люблю пасьянсы. Мне тут пасьянсеров хватает.
Ну, моя психика не всегда с этим справляется. Давайте справедливы будем. Ну, в целом, чего бы не справляться. Деньги-то есть пока, не голодаю. Для нового шоу Иннера потрясающая идея. Миша будет кататься по миру и бить ебало рекам, которые его переехали. Типа Рассел Кроу на минималку. Слушай, идея хорошая. Я думаю, можно будет прям краудфандом собирать донаты на билеты. И там, типа, знаешь, несколько уровней сбора донатов. Первый просто мне на билеты, второй на билеты мне и еще трем чеченцам. Опционально там докупить бутылку. Ладно, увлекся. Субтитры, ну скоро можно будет, я думаю, не знаю. Поглядим. Пойду в туалет, забегу пока. Здесь придется сыграть, правда. СР-12 на НЛ-100К, а это я буду играть, да, тем более, что деньги есть у меня сейчас. Ну, я продам доли, скорее всего. То есть, я на такую игру я могу продать доли, даже не получив ответа от тех людей, которым я продам доли. Я им просто напишу в чатик, что у них доля, и у них не будет варианта отказаться. Так что, если ты вдруг СР-12, то можешь предупреждать, садить. 5 выпало на флопе, я думаю, можно чекбэкнуть иногда эту руку. Это не то чтобы рейндж-бетный флоп, соответственно, здесь довольно много чекбэков. Нам надо какие-то нацевые ФД. Вполне опция. Ну, плюс надо понимать, что это стрит-флэш-дрон на терне часто станет, а стрит-флэш-дрон не доедет никогда. Это вот считается, что стрит-флэш-дрон доехал? Доехал от этого пары, значит, нет. Значит, все так же происходит, в принципе. Нет волюбета здесь, я думаю, с таким тузом. Бубу вот можно положить, на самом деле. Это против того же, который с меня тут бабок настриг два вагона. Разочек вернуть могли бы. Выиграл 95 тысяч, Санда Миллин за 50. Не подскажешь способы вывода такой суммы? Есть вариант не платить налог. Ну, по налогам я тебе не буду говорить, естественно, ничего. А вывод, ну, через менял я бы менял просто. То есть найти человека, который занимается обменами, перевести. Это, кстати, хороший способ деньги не показывать кому-то. Кому ты их не хочешь показывать. Маме, например. Они тебе не на счет упадут. А куда-нибудь на крипту, например. Сейчас туда я схожу, приду.
Если тебе заблочены комменты в телеге в моем канале, то они у тебя заблочены по делу. В ближайшее время амнистии не планируем проводить. Не для того там мы старательно избавлялись от ватных элементов. Конвару в таком шоу придется ехать с коньяком благодарить, да. Тут согласился. Привет, Джек Поттер, хорошего дня. Вопрос вчерашний. Где взял деньги на NL1000? Так выиграл где? У меня все деньги одного происхождения. На покер заработал, да. Смотрю, у тебя давно уникальное мышление, но психология подводит. Все так, братик. Здесь я две улицы воли поставил. Скорее всего, против дамы, правда. Но ничего страшного. Не, видите, против шестерок пролезло. Молодец я, получается. Listen. Life Upstreak, спасибо за подарочку для Нибиру. Такое иногда чекбэкается, насколько я помню, поэтому решил в этот раз чекбэкнуть. Причем несмотря на рандомайзер, потому что есть такие споты, где ты иногда будешь забывать это делать вообще. Отличный просто ранаут. Но у нас тут 6 есть одномастные три комбы. Это все шестерки, которые у нас есть. Шестерки тоже, наверное, есть, кстати. Ладно, давай не будем выеживаться. У него 6 иксов побольше все-таки. Изменял год. Почему год? Вроде проблем нет вывести моментально. Ну, то есть, там, я не знаю, это SCM, это старт, там лимиты на переводы какие-то есть. Не знаю. Сами разбирайтесь. Тут вот хочется порейзить почему-то. Не знаю, как это объяснить. Ладно, сдался. Ладно, не сдался. Девять семь рэпим просто, да? Ну, 9-7 плюс слоуплей. Вдруг захочет поверить. Тоже раздача из разряда захотелось выиграть. И часто у меня что-то стали в последнее время проходить. О, 30 флэш-дроу совпадением. Все как я люблю. Еще и доехали, ёпперс это. Воспользовался твоим контактом по аффирмациям на джекпот, и все четко. Че, джекпот выиграл, что ли?
Давай тут сказки-то не рассказывай. Нейросеть какое-то количество запросов бесплатно есть, да. Многовато ли у нас тут раздача из разряда захотелось хуеть снэпкол, что ли? Ты чё, блядь? Король дамы, снэпкол. Не охуел ли ты, дружок? Да, надо заканчивать с этими раздачами из разряда. Захотелось выиграть, до добра не доведет. Меру знать надо. Типа мы идем по графику вверх. Потом это вот одна такая раздача съедает овер дохуя. И неоправданно получается. Но с другой стороны, здесь не должен колить был. Что за грязь? Неужели это такой легкий кол, что его можно снэпом просто сделать? Я испытал недовольство от этой раздачи. Физически ощутимое. Вроде согрелась комната. Выключу обогреватель. Комната от моего горящего пердака согрелась. Не обязательно электричество тратить дальше. Понятия, как мне покер алохи. Я с ним играл один раз. Года два назад, наверное. Ну, 81 надо ставить, я думаю. Так-то чекбэкать нередко можно тут прям. Не буду здесь играть раздачу из разряда, захотелось выиграть. Здесь могло бы и сработать, правда. Лимп существует в каких-то спотах, безусловно, но в среднем, наверное, через рейс привыкли играть. Потому что это более математически оправдано. Mm.
Пошла печаль, тоска, конечно. Ну, типа, мы били туз король из диапазона. Сейчас не бьем ничего вообще. Он там поставил. Блять, что за флоп-то, ёп. Еще и валет. Блокеры такие идеальные у нас, конечно. Фух. Протащило. А здесь что, под король все выкинули? Отлично. Цыр-зыр-зыр-зыр-зыр-зыр. Зачем так дорого? Блять, вот зачем, естественно. Ну эту хуйню я полную сделал, естественно. Восемь пять, блять. Зачем? Почему? Непонятно. Не очень форма, видимо, сегодня, да, что-то я явно. Минус 3к на 1к, и випки тоже минус угнал. Минус 4500 идем, дед.
вообще не сомневался, то, что доедет. Такие все воспитанные, конечно. О, один невоспитанный нашелся. А X, конечно, плохо. Я соглашусь, наверное, 2 раза крутить. Что-то сегодня у меня не лучший день, по-моему. Вчера не лучший день, вообще не лучший месяц. Типа, блядь, вот так вот идет весь король. Ну, хорош. Ай-яй-яй-яй. По-моему, я супер приятный, а не супер противный оп. Если вы обо мне, Миша Индр. Таким раном в волынах мне их уловить вообще. Он кому-то другому, да, бабки пристроил. Меня, вариант со мной его не устраивал, я так понимаю. Это-то куда, Миш? Ну, против котов, а ладно еще, но против хайджека это просто, блядь, деньги дарим. Давай 2, все равно обе сосу. Сработала докупочная фишка. О, Умка, спасибо за тип. Ты что скажешь? Умка, 9 типет, $10 США. И все? Даже без сообщения? Тогда тем более спасибо. Насколько меньше тильтуешь, переносишь трик, когда большой БР? Ну, не в БРе дело, БР-то у меня всегда большой. Дело в том, в каком ты ране находишься обычно, так. Естественно, когда у тебя идут такие места, как у меня, то, в принципе, поспокойнее себя чувствуешь. Просто дело в уверенности в себе и в своей игре, а не в том, сколько у тебя денег. Денег для этих лимитов в любом случае дохуя, как бы, смысл бояться.
Начало моего пути было с обучения, а не с игры. И как быстро заработать деньги, это не то, о чем надо думать в начале своего пути. С таким подходом ты быстро проиграешь деньги, а не заработаешь. К сожалению. Да ёб твою мать. Простите. $25 у меня выиграли, придется отправлять. Обычные баксы, кэшбаксов нет. Я отправил. Я 2 алына подряд выиграл. Да, блять, снэп-кол, естественно. Столов многовато, надо закрывать.
Туда пошла сессия. Прям сильно, да? Давайте глянем, что мы имеем. Юбки минус 3 с недобором 2. И 1К надо закрывать. 1К минус 3 тоже. Минус 6 идем. Терпимо, в принципе. Да ну нахуй вас, блядь, чекрейзеров таких. Всегда играл по лимитам. Ну, вначале было иногда провальное выступление, а так-то вроде да, старался. Закрою столики маленечко. Чтобы думать, успевать начинать уже, а то что-то я тыкаю кнопки, блять, непонятно зачем. Просто 4 стола випок вроде как играем. Смысл сидеть на миллионе столов обычных. Ну, Бобин, Барабек, блять, хоть кто-нибудь. А ладно, с таким флопом, нахуй. No black holes, but it's none of that.
Все, 1К я закрыл. Значит, нужно в туалет сбегать. Сейчас приду. Успел в туалет сбегать. Давайте один раз кто-нибудь уже. Это ни червы, ни пятерки, ничего просто. Конечно. С 8 нормально пихается, но не на 30 ББ. На 30 ББ ошибка это была, конечно. У нас процент, но я старше, типа, был, да? Ну, что-то, может, выиграли? Да, сайдпотец наш. Здесь не блефую, хотя не часто выиграю. Давайте чекать результаты опять. Там все печальнее и печальнее становится. 1К мы закрыли на результате минус 3500. Ну и на випках там не особо улучшается результат. Випки минус 6. Ну, короче, минус десяточку идем. Ждали, да? Ох, доминация лютая просто. Сюда. Не. Каждой твари по паре это называется. Это сильная какая-то у него, посмотрите. Король.
Окей. Сверху. Стоять. Нет. Почти 2 ляма. Или 2 ляма есть. Не, нет. Хотя сейчас будет. Доминация. 7. Годится. Доминация лишняя тут. Ой, не поделить, да? Туз король. Малет. Малет не канал. Но это сильно. Переехали меня, что ли? Отвлечься нельзя уже на раздачу на NL10K. Ну, бабки есть еще. Ну, вот это важная лын, кстати. Туз 10. Хоть сайдпот может. Да, сайдпот наш, значит. Как так быстро меня садят-то валын еще с таким говнищем? Вылет, похоже, да? $71, неплохо. Ну, это я уже посыпался, походу, да? Напрасно. Напрасно, напрасно. Мне показалось, что нормальный человек не будет рейзить ФД там на терне. И ривер очень полярно получается. Обидно вышло. Блять, его-то еще нормально заколило. Второй зря тут оказался. Отличите немножко в вантайм. Пойдет. С восьмерками третий хорошо залез, конечно. Так, хорош уже, Мишань, тормози. Банк 3К долларов, вообще-то значок стоит. В турнире банк не 3К долларов. Руки отсюда загрузить hand to note через их конвертер. Hand to note конвертер, загугли, там найдется сайт, я думаю.
50. Ну что, випочки у нас где-то минус 4600. 1К, сколько я говорил, минус 3, 4603. Получше стало, конечно, с этой раздачкой. Не алын только. Я не знаю, что на алын делать. Ну, выкидывать, наверное. За свою карьеру хотел завязать с покером, ну, не знаю, десятки раз точно. Я позакрывал все столы 1К. И тут, по сути, ничего уже не осталось экшена-то. Придется здесь сидеть, искать поводы для продолжения банкета. Ну или, не знаю, 1К тоже встану в эти листы, наверное. Випок 2 стола осталось, 4, и это уже мало. Моя кровать трехместная, значит, не для всех, сучек, найдутся места. Первое место во флипауте 1000 баксов, по-моему. Тут я какой в очереди? О, я первый в очереди, кстати. Вот бы кто-нибудь не игрался, конечно. На 1К это тоже экшен не особо. 4 стола всего играется. Я в этих листах везде, конечно. Но тут надо болеть сильно за ХВ. За то, чтобы он в настроении был. Миша что-то последнее время совсем не делает розыгрыш для своих зрителей. Ага. Сказал чувак, когда именно в момент, когда у меня в Телеграме розыгрыш идет.
Так, ну что? Минусуем. Мы можем одной раздачкой почти отмазаться. Осталось провернуть это как-то. Мих, у меня к тебе дело. Вот такие сообщения обычно ничем хорошим для меня не заканчиваются. Ну, типа, нет такого, что у меня к тебе дело. Хочу тебе подарить 10 тысяч долларов. Такого ни разу не было. Максимальный выигрыш за всю карьеру. Через закратку я ни разу не выигрывал. А так, максимальный выигрыш — это джекпот на 68 тысяч. Второй, наверное, максимальный выигрыш — это банк. Ну, не, ну типа это не считается, там меньше был профит. Второй выигрыш — это джекпот. Максимальный банк 60 тысяч был. А первые два выигрыша — это два джекпота. Блин, это очень плохой знак. Че, он сит-аут ушел? Даррен Янг пришел на 1К. Мне, чтобы как мужчина продолжать на випках играть, надо было. Сдуться. Идем минус 7 где-то. Недавно смотрел видос, как на ног смотрел видос, как Миша первый джекпот выиграл. Скинь ссылку. Ну или скажи, как его найти. Ссылку нельзя, наверное, в чат YouTube скинуть. Че, пока мало столов, надо что-нибудь пожрать принести, наверное. Давайте отойду пока. Все, мусор на раздавали. Блять! Пять! Футбол вообще не смотрел ни одного матча. На этом чем? В планах тоже нет вроде.
Ну, 6, что ли, блядь. Просто вот. Интересная линия, кстати. Тяжело даются дни мне, когда я пытаюсь выдумывать себе победные руки, когда их нету. Это неправильно, конечно, в целом. Блин, а что, я забыл наклейку снять? Дурь, я яблоко с наклейкой съел, ё-моё. Красиво. Как-то не смешно. Ну, вряд ли я помру от этого. I'm Russian, but I live in Turkey now. БРБ расшифровывается be right back. Странный рейс. Против ранний. Я нихуя не понял. Полштерн рейс. Шестер. А, сет шестерок, я понял. Тогда понял. Тогда предсказуемо, в принципе, вполне. Есть ощущение, что такая раздача не выигрывается никогда просто. Особенно в таком ране, как сегодня. Типа, как в этом месяце, ладно, давайте будем честны. Просто уже никогда. Не знаю, как это работает. Эквити есть, но я его не чувствую. И что мы делаем? Випки. Минус 5. Випки минус 5. И 1К минус 5. Блять.
ХВ минус полторы только. Ок. Есть же такая тема, кстати, что типа плохо для ребенка там все кипятить, не давать ему пол облизывать, потому что у него тогда иммунная система не разовьется, он потом будет болеть. Вот я поэтому тоже ем яблоко с наклейками. Ну, чирик мы зря сажаем, конечно. В принципе, стрим назвал ВСФ. Страшно, стыдно. Не помнишь? А что, у тебя целый, да? Пиздец, да, целый, сука, весь тебя. Шишка на башке только. Шишка на башке и царапины. И царапина. Поднимаем ставки.
называется. Ну, кстати, блин, одну-то он должен выиграть, я думаю, потому что велик шанс, что он уйдет после удвоения. Робин заебал просто, два раза снизу вытащил доминацию. Блин, еще один столик нам раздали. О, как интересно. Чекну. Даже, ну, бьем, окей, но... Выиграем после колота мы не так часто, наверное. Забавно, что каждый раз почему-то виснет. После... Блядь. После закрытия стола клиентик как будто подвисает немножко. Ни за кого не болею, не думаю, что кто-то станет чемпионом. Это хорошо, наверное. Да вы заебали, просто фишей переезжает по кулдауну и все. Дамы, короли. Валет, да что ж такое, никак не угадаю. Даркзи, спасибо за подписочку. Love your stream, thank you. Appreciate your support. Проблема в том, что из воли мы здесь бьем туз 4 только, который еще и не часто рейдит. Поху, давай. Ну, блять. Грязище пиздец, конечно.
Ну хули я тут сделаю? Ну да, ну да. Мне бы и 3-бет флопа не помог там. Пушим, если только. Ну что, минус пятерочка на 1К, и на випках-то вообще уже грустно. Только что еще проиграли пятерочку. На випках минус 10. Нашка минус. Окей. Квартиру и тачку продаю пока. Ты отсел-то, блядь, как мы отыгрываться будем? Забавно, не, все равно, вот даже я забыл просто немножко, тут неплохо вроде складывалось в последнее время. Вот в такие моменты людям же все против тебя закрывается просто. То есть ты и так сидишь, безрадостную сессию абсолютно катаешь. Ну давайте защитим 5-6 офф, порейзим флоп и сразу с терном попадем в нац. Не просто попадем в нац, а против топ-2 пар оппонента. Конечно же. Сценарий-то, в принципе, логичный. Увы, и нет. Сейчас вот я конкретно сейчас забил на физуху, но в принципе до этого месяц был такой, что я очень хорошо спортом занимался. Поэтому в целом около дела у меня форма. Чуть поднабрал с нормального веса. Но... не настолько, чтобы это было прям критично пока. Пока не жирный. Плата, это ты про раздачу ту 7? Я бы там не стал так кричать, уверен, конечно. С сайзингом там, Миш. Сука, здесь только что тузы были, уже нет тузов. Тузы, потому что на ББ были. Кантискама не было же еще. Бать. Творит, сука.
Пиздец. Здесь тоже ривер замечательный. Ну, он уже третий раз пихает, хули я тут буду делать, блядь. Это не момент, чтобы проиграть сейчас, ребят. Вообще не момент. Сюда нахуй. Пихает он, блядь. Ну, хотя бы не пятнашка уже, я так понимаю. А, да, на випках минус 3500. Ну, на 1К я там все флипы всосал. На 1К сейчас покажу, какой график будет веселый. На 1К, как вчера на випках. 500, минус 5, минус 8500. Просто решил, что тот стол не фартовый, что ли? Что происходит?
Да, конечно, конечно! Тимоти Адамс не настоящий. Кинский не видите, он вряд ли в Финляндии был бы. Ну, естественно, много было и отписок, и сообщений в личку, что я предатель. Сейчас такое время, что там накачали людей ненавистью максимально. Блять, куда ты нахуй? Он сейчас и отсюда уйдет, видимо. Так неплохо смотрелся. Кстати, не пихается, что это. Нет, с таким флопом норм. Выебывайся в свой двор. Пришел тут. Thank you.
Сложно фолдек у тебя оценить, но я поверил в себя. Подстава. Сейчас узнаем. Видимо, нет. Доминацию one time. Да, блядь. Давай дважды, что-то уже не верю я, что сейчас столько подряд я выиграть смогу. Туз. Да, блядь. Ну и нахуй я пихал тут, сидел, так здорово играл, блядь. Чтобы вот просто флип два раза всосать по традиции, да? Просто супер, Алло. Ага, здрасте. Ну, ребят, блин, я заканчиваю. У меня сыну температуру, поеду забирать. В школу звонили. Бабки бабками. Уж извиняйте.
Извиняюсь. Попробуем последнюю заступить. О, неплохо. Может, раздевалочку что-нибудь раздадут. Приятного. Вряд ли. Придется перестраивать графики все. Хуй с вами. Не буду уебываться в последней раздаче. Память осталась. Интересно, этот месяц будет месяцем самым большим недобором за карьеру? Темп хороший держим. Сколько здесь недобора? Три тысячи тут. Две тут. Пятерка недобора, да? Минус-то побольше пятерки. Ладно, что, ребят, все. Спасибо за внимание. Поехал за сыном, что-то он приболел у меня. Температурка. Пока-пока.